«Коробка доброты» от Сергея Посадских молодогвардейцев. Местное отделение молодежной организации «Единая Россия» запустило благотворительную акцию в помощь воспитанникам районных школ-интернатов и детских домов. У нас существует два проекта. Это «Наше будущее» и проект «Быть рядом». То есть данная акция – это коллаборация этих двух проектов. Она будет проходить до 28 февраля. У нас эта акция уже не первая, она уже была. И была направлена на детский дом, детский интернат «Надежда», поселок Ремаш. То есть мы им уже отвозили. Осенью, если не ошибаюсь, у нас была акция. То есть сейчас мы планируем еще охватить детский дом поселка Масо. В коробку доброты можно положить любые канцелярские товары и развивающие игры. Подарки для детей принимаются в будние дни с 10 до 18 часов в исполкоме Сергиево-Посадского отделения «Единой России» по адресу. Проспект Красной Армии, дом 190. Отдельный пункт сбора находится в Сергиево-Посадском филиале в ГИК. Туда подарки для детей могут принести студенты киноколледжа. Акция продлится до 28 февраля. Анна Спиридонова, Михаил Кирсанов. Программа «События».